Находимся возле храма Александра Невского. Вот. Это какая тут район или улица? Что тут? Ну, это Александр Невский храм. Нет, я понял, что Александр. Островского. Правый стол. Место злая слава Ульяна. Ты говори, Александр Невский. Я сказал уже. Вот, видимо, еще новый строится. Это христилка должна быть. Это вся вот эта христилка. Да. Большая вроде. А храм вот это. Он вот очень давно. Ему и летом работает. Даже холодно. Ничего не делаешь. Хорошо платят, видимо. Лавку прорывают нам. Нас помилуй, милости Твоей ради. Анастасию. Людмилу Татьяну помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благоверный князь Борис. Вот. Сергий Радонежский. Ну, все, пошли. Милостивый Господь. Молитва слова. Ты на шаг не отходи от меня. Сегодня у нас 18 декабря 2017 года. Сестра нас привезла на своей машине в храм Иоанна Богослова. Вот он такой красивый. Ну сейчас сделаться мне. Все, убирайте, пошли. Все, тепло, пошли. Загоняйте. Пошли до сюда. Хода нет. Видишь, тут одна каплица, вторая. Еще деревянная. Заблудились. Раззаконие 22.5. На женщине должно быть мужской одежда, на мужчине вот женская. Сейчас, Такой деревянный? Ага.
места. Иди сюда. Вы не дали меня сфотографировать. Давай. А вам дали благословение? Да, от митрополита. Так, не разговаривай. Пошли. Надо спросить. Татьяна, спроси, здесь нет батюшки? Отца Вячеслава не нужно. Да, рядышком готовимся. А вот напротив этого-то. Она хочет на свой телефон тоже снимки сделать. А? На свой телефон тоже снимки делает. Ну у тебя будут снимки не хуже здесь. Пускай фотографируют. Давай. Так, сейчас. Пошли. Прячься аппаратуру сразу. Вот мы в Барнаул приехали. Храм Андрея Первозванного. Он брат Никита фотографирует. Спасибо.
подожди, я тебе кое-что. Человека благословили. Пришли. Посмотрели, благословились. Дай вам Бог. Слава Богу. Пойдемте. Ну ладно. Ну, у нас тоже такая же цель, как маленьких. Маленьких. Подожди, что-то надо свет уже, да? Подожди, наверное, деточку дам. Что? Деточку. Нету. Ну ладно, я что-то не вижу я. Где она у меня? Нет, там никого нет. Там. Он говорит, выйду сейчас. Он здесь. Стойте, стойте здесь. Он плохо слышит. А, он сказал, сейчас выйду. Он сказал, сейчас выйду. Я не слышу. Стойте, стойте здесь. Он чтец. Он чтец. Не понятно. Он чтец. То есть он пришел в алтарь замолиться, что? Дедушка ждет вас. Ну нет. Ну нет. Знаете, что мы очень-очень торопимся. Передайте ему визиточку. Ага. Мы сейчас только от митрополита сюда пришли. Ага. Ну, хотел кое-что сказать. Вот. Батюшка, я визиточку не хочу дать свою. Мы сейчас отправили митрополита только там благословить похорон, приехать у нас из Казахстана. Женщина приехала, была свидетельница Иеговы. Ну давай, присядь сюда. Я прям ехал до совсем. И она приняла православие, вся семья пришли. Через интернет. На наши ролики вышла она. Это ты как-то не поворачивайся, как ты же спиной. Это мы эти. Геннадий Иванович, он просит спиной не поворачиваться. Не поворачивайся спиной. Объясни нормально все. Ты как-то объясняешь, что непонятно ничего. Ну понятно. Мы сейчас идем сюда от митрополита Сергия. Но. Мы его были. Рассказали, почему с нами приехала женщина из Казахстана, все. Бывшая свидетельница Иеговы. Понятно. Она натолкнулась на наши ресурсы и приняла православие и крещение. Все, все. Она отреклась. Рахиль. Был, дочка и Руфь. Подожди. Вы чин отречения как-то да, делали? Да, это там, не мы, это там. Там другой митрополит, Казахстан. Mm-hmm. Там приняли Понятно. Все как надо, со всеми чинами, полное погружение, приняли покрещение, дочь ее теперь Руфь. Три раза. Да, и два внука, один, значит, как он, Рафаил, а другой Марк. Угу. Вот она натолкнулась на наши ресурсы православные. Тут 8800 наших роликов только. Ага. Как митрополит Сергий к нам приезжает в деревню, служит Потеряевка. Православное поселение. Мы с дело не в этом. Она считается равноспасительной православной. Да, да. Вот это мы хотели показать ей здесь. Она приедет, теперь увидит. Мы все засняли. Владыка благословит. Пусть приезжает. А кто же да. против-то, батюшка? Да. Нет, знаете, везде вы, по-разному. Вы священник или вас, как вы, беспокоится? Брат у меня, он просто Ирия, отец Ахим. Вот когда приезжает сюда, к нам он служит вместе. Там часто кафилорет был. Угу. Отец Сергий Беляев, секретарь, так от тех, которые постоянно к нам приезжают. Старых только помню, а сейчас молодых да. как-то. Вы все найдете здесь, и богослужение, все, абсолютно ага, все здесь. Ага, ага, все, все. Ну, мы решили ее по храмам провести. Правильно все, сделали. Показать. Правильно везде сделали. Везде благословились, приложились к иконам, ну и вот отправляем, наверное, через день. Правильно она сделали. Она вчера в Христово-Воздвиженской общине 20 лет ровно, как мы получили эту землю и дом.
Я сидел, а потом стал судиться, что конфисковали. Ну и выиграли процесс. А процесс-то был не маленький. 11 лет шел. Слышали? Ладно, ладно. 11 миллиардов должны были. Подожди, да кого вот сейчас храм строится на у нас здесь большой? Это же ваш храм? Нет, это старообрядцы. Старообрядцы. У нас Ползунова 6. У нас просто дом. А, знаю. Да. Мы принадлежим к Русской Православной Зарубежной Церкви, принявшей каноническое общение. И поэтому, когда к нам приезжает, на возгласах Чернов, этот, дьякон. Подожди, Владимир. Ты, главное, мне объясни. Вы как, патриарх там или владыка, то есть благословил? А, да, вы... да, он сейчас только приехал и говорит, я сказал, митрополит Сергий. Но. У нас очень хорошие отношения. И когда они у нас бывают, он возглашает первого патриарха, потом митрополита Илариона, Русской Православной Зарубежной Церкви. Ну, это понятно. И митрополита Сергия, и... Это, так а у вас так, архиерея, кто располагает? А ну кто у нас? Получается, митрополит Сергий, он у нас все время. Мы за ничем не касаемся. Нет, подожди, архиерея. На богослужение митрополита Илариона напоминаем. Но я так понимаю, что вы священник. Нет, брат у меня протоиерей, отец Ахим. Чтец. Слава Старков, знаете такого? Вячеслав Старков знает. И церковь Иоанна Богослова. Да тише вы не кричите. Не знаю, да. Он у нас как раз от нас пришел сюда. Через нашу общину. Вячеслав. Ну. Отец Вячеслав. А, знаю, знаю. Ну вот вспомнили. Слышал? Ну вот вы здесь все это найдете. Все. Как к нам приезжал епископ Максим, который был здесь. Максим это вообще другое. Семинаристы, там, петусы. Мы с нуля начали строить деревню, 26 лет. Вы знаете, вы сейчас в это все выпуск не выпускаете, что мы с тобой разговариваем. Ну, а как разговариваем? Мы нормально разговариваем? Да нет, нормально. Мы хотя говорим, можете... Любовь и благословение все решает. Себя в порядок приведу, а то возьмете, вытащите это в телевидение, эту... Ну даже еще. Так. Я вот так скажу тебе, бать. Как тебя зовут еще? Игнатий. Игнатий. Отец Игнатий. Ну, не отец Игнатий, ну. Ну да. Игнатий. Я очень уважаю и ценю ваше рвение. Вы вот. Вот смотри. У меня вот есть знакомый, вот, он голубей. Да. Подожди. Это из этих. Ну ты знаешь, Лапкинцев. Что именно? Из Лапкинцевых. Ну-ну. Вот. Вот у него голуби. И я голубятник. Вы? Да. А у меня три голубятни. Две деревья. Да? Да, здесь, да. Да ты че, отец? Я с 5 лет. Вот скажи мне, мне только одни почтари. Ну у меня всякие были, всякие. Но залез. Колонок порезал всю голубятню до одной голуби, и поэтому мне пришлось ставить ее на высокие столбы, а стёжку покрывается железом. На железо заходит, дальше понял. Нет. Так на железо зачем? На железо, а на ней тогда уже голубятня сама. Он дойдет по столбам, тогда дальше не может залезти. Колонок-то, хорек. А как отбиться-то? А никак, мы же деревни. Не знаю, как у меня деревни. На высоте, на одном месте стоит 9,60 высота. Это все на снимках вы здесь найдете. Я с голубями где-то. Вот, я, правда, не снимаю свои голубей, но у меня птица вообще классная. Так, а Тобольский отца Зосиму не знаете? Голубей? Кого? Нет. Он там прямо в келье, у него голуби. Не знаю. Но запомните, Тобольск, отец Зосиму. Ой, я в Тобольске не был. Но просто услышали. Это голубятник. Мужик, ты хоть маленько что-нибудь вырезай, а про голубей разговариваем. Чего вот? Все это снимаешь. Да, а голубях это вообще люди увидят, что вот. Ты говорят, знаешь, вот, когда кола освещали, ага. Я голубей принес. Это что-то было невероятное. И вот, ну как, тут стоим, владыка. Владыка тогда еще был не митрополитом. Был епископ. Да. Был епископом. И я всем голубей раздал. И вот. Как, я говорю, давайте, ну там был отец Филарет, там в то время туда еще. Сейчас не знаю, отца Филарета что-то не видно. Хороший человек был. Не знаю, где он сейчас. А кто? Отец Филарет.
Батюшка, запись идет разговора всего. Так вот я и зачем? Говорю, чтобы не снимайте, а. Раз батюшка не хочет. Батюшка, это ж хорошее дело. Люди узнают, что с такими живыми словами что, батюшка говорит. Закрывай. Ладно, пошли. Давай. Да. При мне сотрешь все это. Не-н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 е. Это не надо, батюшка. У нас же ничего такого нету. Мы у митрополита были, все абсолютно. Нет, там засняли. Священники с нами сняли. Владыка нас обнял трижды и в коридор пошел провожать. Трижды поцеловал. Мамочки мои. Мы же ничего не сделали, только хорошее, что вы живой человек. Так вы меня просто стоите за засушенный какой-то. Подожди, засушенный? Ну, так меня снимут. Да брось, что тут снимут-то? Наш патриарх любит голубей, а еще наоборот скажет, надо же, человек какой живой. А говорит, патриарх бегает вечером с собакой. Да это показывает, он живой человек. Что-то наоборот, это положительный плюс. Ну, вы это не выставляете никуда. В интернете, ладно. Это да. Может... От интернета это вы здесь найдете все. Как он приезжает нам, владыка, как мы на голубятне там проходим, он благословляет. Ладно. Приходите. Блин, вы что, тайно пришли? 8800 роликов у нас. Ребят, давайте я благословлю. Благословите. Стеритесь все, что сняли. Нет, у нас никогда не стирается. Батюшка, давай, открой. Ника, наоборот, благословите нас. Благословите. Тогда обещай, что это не выйдет. Никуда. Никуда. Это для вас. Вы ко мне придете, я вам дам. Ладно. Там телефоны наши здесь. Давай выйдем на улицу. Вы, владыку... Обещай, пожалуйста, да, что обещай. Это не будет ни в интернет, ни в телевидении. Ни в телевидении, ни в интернете это не будет. Ну и все. Все. А между собой там отец Дмитрий. О, Дмитрий. У меня Тихон Дмитриевич отец. Это сказать, не все. Отец, у меня дедушка. Пожалуйста. Вы зря опасаетесь, наоборот, это на вашу пользу, что вы голубей держите. Это так приближает к Богу человека. Сейчас постановили в Барнауле, в каждом дворе, чтобы была голубятня. Или нет, воспитание? Ни у кого голубей нет. Сегодня прошли совещание, прям в краевом совете, чтобы были голубятни в каждом дворе. Ну, я до того удивился. Нужно любить голубей для того, чтобы их держать. Да. А так это ничего не получится. Ребята, ну, вы мне обещаете, что никуда не выйдет. У нас нет таких даже связей, чтобы выставлять куда-то. Кто мы такие? У нас в интернете все максимум. Интересно. Все вопросы вот. В телевидении можете выйти. Ну, что, я думаю, уже там телевидение-то. Мы у владыки сейчас были, все снимали. Я благочестиво сказал, я плохого ничего не сказал. Не сказал, а потом благословите все и сдать, чтобы в интернете люди видели, какие у нас священники живут. Так, подожди. В интернете, где издать? На нашем сайте, на ютубе, сайте. Чтобы увидели, какие в Барнауле священники. Сайт. Они никого не боятся, держат голубей. Давай, да? Ну, вот. Я уже дал. Да. У меня есть такая. Вот она, кисень, вот. Да, вот. Уже дал. Не, ну что держат голубей, это да. Статья в «Алтайской правде» была написана огромной буквой. У злого человека голуби не водятся. Наоборот, вам это плюс. Да. Благословите, батюшка, что быстрее. Дело плюс или минус, это другое дело. Все поймут до одного. Плохо ни один не поймет. Все, давай, ладно. Благословите. Скажи, чтобы издали в интернете. Все. В интернете пусть будет. Пусть будет. Многие люди, когда с ними встречаются, так благословите. До свидания. Давай. Да хранит вас Господь. Вы потом увидите, что посмотрите в интернете. Пошли. Стали сегодня 18 декабря Старобрядческому храму в Барнауле. Это и началось.
Ну возьмите скрязь за пазуху. Давай. Куда хочет принять? Вот в основе не митрополита, не распространяется, ребята. А, так она побеленная. Пошли, они, оказывается, побелили ее. Володя, не сегодня снимай, пошли. Вот мы подъехали к католическому храму. Это город Барнаул, улица Восточная. У них вот расписание написано, когда они... 18-го. Сегодня какое число? Сегодня 18-е. 9 уже прошло. Все уже прошло. 19-го больше. Ваше желание это было. Это вам не православно. Что целыми днями, да? Открыто было. Сейчас я сфотографирую. Вот у них название. Очень такое громкое. Приходят с Христа Царина. Ну, у них все попроще. У них даже нигде этих закругленных нету, ни пилястров, ничего нету. Ни крест четырехконечный. Вон оно. Ну вон что один. А? Один-то есть крест, он тоже. Завитушки он. Ну тоже, да. Ну тоже четырехконечный. Ну да. Завитушками. Какая местная религиозная организация прихода Христа Царя Вселенной? Римской католической церкви города Барнаула. Засними с той стороны, тогда. Я заснял, заснял. Все, пошли. Сегодня у нас 18 декабря. Мы продолжаем архив знакомить с храмами Московской Патриархии в Барнауле. Это у нас Никольский храм тут. Сейчас на второй еще. Это сбоку мы заходим-то, не с главного. Сестра.
той стороны зайдет. Вот мы приехали в гости к Михаилу Федоровичу Гордееву. Вот здесь живет Патрахиль, Игнатий Иванович, Никита и Татьяна еще внука. Где? Он сейчас выйдет. Куда? Он сейчас выйдет, открой. Не знаю, где. Так, Татьяна еще придет на разряд. Частная территория. Мирного всему. Частная территория. Вот ну, вот обошь, это надо разуться на дорогу. Че, не надо снимать? Не надо, не надо. Брат, звони. Проверка. Игнатий Иванович, где у вас вторая камера? Где? Вон она лежит, в сумке, иди. Дай, дайте мне ее. Машину не закрыла? Закрыла уже. Камеру. У меня садится уже. 4 минуты осталось. Я ж на сумке возьму. О! Ничего, ничего нет. Давай, закрывай. Закрывай. Вот так. Это гараж у него. Только здесь ничего не трогай. Вот свет, свет включи, пожалуйста. А мне дома всему. Я не пойду далеко, чтобы я разуваться. Мне трудно разуваться. Я здесь побуду. Собачка. Ой, собачка. Начал. Игоря дома нету. Ну ничего, а вы-то дома? Я-то дома. Вот посмотреть на добрый вас. Добрый день, это дочь. Кто еще это дома-то? Нет, это... Здесь. Игнатий Иванович, смотрите, вон, какая маленькая. Ой, какая собачка. Вы двое? Владька. Ну двое. А Елизавета-то где? В школе посетила. В школе. Ну ладно, раз нету, мы побыли. У нас гости, мы поехали по всем храмам, проехали по всему городу. Были в архиерее. Хотели у Игоря спросить, где магазин старобряческий, где мед продают. Не знаете? Позвонить надо. Что, как вы тут? Ладно, вы пошли, время не будем тратить. Нормально. С Богом. Забирайтесь. Как Петвалин? Пускай еще жить. Телефон-то есть? Нет. Игорь-то есть? Время он поставил. Давай. Красивый. Красивый. Так, все, выключай, зачем? Снимай. Еще нельзя. Ну, ну, ну. Вот это.
Вот 16 квартира. Здесь все совершалось. А там ключика-то нет? Нет, кармашики. Где всегда оставляли? А? Ну нет, закрыто. Ну закрыто. Нам больше ничего не надо. Вот здесь сосед. А что спрашивать? Да? Ну надо. Тогда он тут человек. Да еще, пошли. Тут никто не заходит. Я так понимаю. Иногда бывает, приедем, а этот сосед пустил туда ресторан. Тогда было так. Но сейчас нет, я думаю. Там и ручки есть. Ну что, постучаться к нему? Ну поехали. Если вы ключ-то не оставляли, так спросите, ключ есть? Ну, постучим, давай. Ключ есть или нету? Ну, не постучимся, спросим. Тоже материка, а потом сиденье обокрыто. Ну вот и решил вопрос. Да. Да. Пошли. Собачка лает. Закрывай дверь. Сами пекут? Ну, у них там производство на горе. Там выпекают, сюда, здесь магазинчик остался, сюда приводят. Раньше здесь выпекали. А сколько магазинов у вас? Два или еще? Два. Вот на горе выпекают, там магазин, и здесь сюда приводят. А хлеб по ценам такой же или дороже? Ну, дороже. Дороже, чем обыкновенно? Ну, да, вот если 25 рублей большая булочка, а здесь 25 половинка. Почему? Я про городской говорю, обыкновенный. Что надо знать? Он бездрожжевой. Только на чем они его делают, мне непонятно. Как бездрожжевой? Матушка понюхала, говорит, там хмель. Не может быть бездрожжей. Там что-то... А хмель, кстати, на роли не играет совсем. Мне 5 булочек бездрожжей. Он не дает только записать. Сумка есть? Есть сумка, мы не давай. А кому это? А вам. А вообще чего у нас сухари? Ну, сухари, а это хлеб хороший. Очень хороший хлеб. Ничего. Ну как это еще? Ничего. Да какой твой заработок? Такая шикарная. Мой, смотрите, на машине езжу. Ну, хорошо, без воды. А вот это что? Не снимал бы? Казахстан повезу. Вот здесь. Вот здесь, а как? Все, садись, скорее.